В июле 2022 года иностранные танцовщики и хореографы приехали в Россию, чтобы в течение месяца обучаться на базе Академии танца Бориса Эйфмана в школе и на практике и русских сезонов. Они увидели Россию своими глазами и совершили самостоятельное открытие нашей страны для себя и для публики на своей родине. Потому что танец – универсальный язык духовного общения, преодолевающий любые преграды и границы. В завершении проекта участники вышли на легендарную сцену Александринского театра, чтобы выступить вместе с артистами театра-балета Бориса Эйфмана на летнем фестивале школы и на практике русских сезонов «Глобальные ценности». Я чувствую себя по-настоящему хорошо, потому что этот проект удивителен и великолепен. Мне очень нравится эта школа, мне очень нравится этот театр. Мне очень нравятся русские люди, и я чувствую себя прекрасно. Я счастлив, что приехал сюда на практику на русские сезоны. Все прошло великолепно. Я очень рад, что приехал сюда и что я здесь. Смотрите, я хочу, чтобы вы сделали так. В этом моменте будьте ближе, теснее контакт. Вот так, понимаете? Ближе. Моя первая постановка с Ольгой, в которой я танцую с Факундо, очень многогранная с той точки зрения, что это история об отношениях двоих людей. Очень чувственная, очень интимная история соединения с другим человеком. И движения очень разнообразные, потому что мы делаем очень много партнерской работы вдвоем. И она не связана с поддержками, а скорее с контактными движениями.
Вся эта программа — это лучшее, что могло произойти со мной в этой жизни. И я запомню это навсегда, потому что мне открылись такие удивительные возможности, о которых я раньше и мечтать не могла. Для меня очень ценно, что поскольку мы все в этой постановке девушки, наш хореограф Константин Матулевский воплотил в своей постановке идею, основанную на нашей чувственности. Постановка очень минималистична, но при этом в ней подчеркнута наша женственность. Все это дополняется костюмами и освещением. Во всем этом чувствуется наша женственность, нечто таинственное. Мне нравится тот результат, к которому мы движемся. И еще эта постановка получилась очень игривой. Так, девушки, здесь мы выходим из плие и расслабляем шею. Вот так. Я просто хочу выйти на сцену и насладиться этим моментом. И сделать все самое лучшее, на что я способна вместе с моей командой, вместе с нашей группой. И если из этого получится что-то удивительное и хорошее, то я буду очень благодарна. Если нет, то весь полученный мной опыт так или иначе поразителен и удивителен. Я просто очень рада, что приехала и прошла через весь этот процесс. Я не знаю, будет ли у меня еще возможность приехать на такой проект, но то, что я получила здесь, уже очень хорошо. Так что спасибо за возможность. 1, 2. Что-то не то. Музыка, когда я впервые ее услышала, я подумала, ну окей, это странно очень звучит. Что же мы будем делать? Я бы сама никогда не стала слушать такую музыку. Я подумала, боже, как это может кого-то вдохновлять? В чем задача танцовщика, мне кажется, здесь? Это в том, чтобы идеи, энергию хореографа взять на себя, как-то через себя пропустить, интерпретировать и отдать именно какую-то идею, которую предложил хореограф. Thank you.
Конечно, в той постановке, которую мы создаем, я бы очень хотел видеть танцовщиков и их характеры, их индивидуальность, их собственный язык хореографии, их стиль, их человеческие качества. Поэтому в первый же день я просто представил им план того, что мы собираемся сделать. И потом мы попробовали сделать то, что они хотят предложить в этой постановке. И я наблюдал за тем, как они влияют на развитие хореографии в этой истории. И поэтому в первый день мы начали работу очень медленно, с импровизацией. Начали с того, что выясняли, кто из них что умеет, что может. Они даже не понимали, что работа идет полным ходом. Да, у всего этого была видимость очень неторопливого процесса. Но мы следовали моему плану, и несмотря ни на что, мы в первый же день выучили практически всю хореографию. Мы на самом деле выучили всю пьесу всего за один день, даже за трехчасовую репетицию. Так, так. Вот это вот движение. Здесь плечо назад, как от удара. С какой ноги? Вот так. Я думаю, они потрясающие танцовщики. Они потрясающие студенты. Они занимаются так же, как и мы по утрам. Но они это делают всю жизнь. Каждый день. Потому что у них очень сильная подготовка и очень сильная техника. В моей постановке я использовал музыкальный трек в качестве рабочего примера. Но на выступлении нам нужна музыка с очищенными авторскими правами. А для процесса получения лицензии на музыку у нас слишком мало времени. Поэтому я работаю с композитором из России, чтобы написать новую музыку на мою постановку. Я направил ему видео нашего танца, и композитор спросил меня, хорошо ли будет усилить музыкальными акцентами какие-то моменты? Потому что у нас есть высокие поддержки, большие прыжки, которые видно на видео. И я сказал, конечно, мне нравится эта идея. И он сделал это. И я уверен, что наша постановка заиграет новыми красками. Thank you.
В этой постановке мы почти как пещерные люди, как древнее племя, которое медленно эволюционирует. Это для меня не просто, потому что хореограф Александр Челидзе хочет, чтобы мы больше играли мимикой, чтобы мы двигались как звери, чего я обычно не делаю в своей практике.
Это не мой стиль. Это не просто, но это очень весело, и хореограф дает нам свободу в исследовании того, что мы можем сделать в этой истории. Поэтому каждый раз, когда мы выступаем с этим танцем на сцене или репетируем его, он получается по-разному. Никогда не получается одно и то же. Мы каждый раз играем с новыми условиями, которые нам задают. Когда мне пришел образ наскальных изображений древних, времен палеолита, я стал немножко погружаться в эту тему и читать. Я нашел, что первые такие рисунки были обнаружены в Испании. Ребята как раз есть из Испании. И через вот такие рисунки эти люди обменивались информацией о местах, о быте своем, как они живут. То есть это такой поток информации и культурного взаимодействия, что, собственно, сейчас у нас и происходит, когда мы занимаемся, танцуем и делаем работу, мы обмениваемся знаниями, так же, как и хореограф с танцовщиками, так же и танцовщик доносит информацию. И поэтому мне показался это схожий как бы процесс того, что было изображение, которое называется ныне петроглифы, так мы и назвали свою работу. Петро — это камень, а глиф — это сечение на камне. И у нас как бы получается сечение на воздухе движением, как на камне, структуру, которую мы прокачиваем именно в рисунках. И ваши ноги как рога. Еще раз сделайте. Can you do one more time, please? And down. And down. Yes. Okay. Really. That looks nice. Okay. Yes. Thank you. Oh, so strong. Yeah, thank you. Thank you.
огромное множество прекрасных впечатлений. Я чувствовала себя очень счастливой все эти 30 дней. Я получила огромное количество знаний, и я думаю, что здесь я узнала, кто я такая и кем я могу быть. Да. Да. Я не знаю, наверное, это опыт, который случается один раз в жизни. Но я надеюсь, это не последний раз, когда я приезжаю сюда, в Россию. Надеюсь, я приеду еще. Всегда приходится обучаться чему-то новому. Если ты хочешь расти, развиваться, понимаете? Если ты хочешь быть более важным человеком в этой жизни, то нужно учиться. Когда я увидел Бориса Эйфмана, я понял, что очень счастлив этой встрече. И что я хочу быть таким человеком, как он. И да, мне запомнится очень много вещей из России. Это техника русского танца, это дисциплина и дисциплинированность. И да, много вещей я запомню. Одна какая-то общая визуальная история по костюмам, но тем не менее все разные. Хотелось, чтобы это было что-то ближе к повседневной одежде, но тем не менее такая танцевальная большая история, чтобы это были не просто брюки и футболки. И я думаю, это такой максимально подходящий вариант. У ребят красивые тела, которые, я думаю, подчеркнутся этими одеждами, их силуэты. Ну, как вариант? Хорошо. Но конечные результаты мы увидим на сцене. Thank you.
Я уверен, что индустрия моды влияет сегодня на множество аспектов нашей жизни. Мужчины и женщины одеваются по-разному, носят разные цвета и текстуры. Что ты можешь надеть, что ты не можешь надеть. Поэтому перемены в мире и новый опыт влияют на наш внешний вид. И это отражает индустрию моды. И в конечном итоге это влияет на нашу личность. На наши мысли и на наши ценности. Вот это я хотел сказать в своей постановке. И, конечно, те костюмы, которые я хочу использовать, они очень яркие. Они комфортные, они управляемые. Мои танцовщики будут растягивать их, будут снимать, будут меняться. То есть костюмы играют очень важную роль в моей постановке. Это наиболее важная часть, так как мое произведение об одежде, о внешности. У меня 5 танцовщиков в группе, и у каждого есть вешалка. Вот такая. Не знаю, как она у вас называется. Да, вот так. Окей? Готовы? Ой, осторожнее. Дай-ка посмотрю. Спокойствие, все нормально. Надо будет это замотать чем-нибудь. Потому что эта железная штука не держит. Разболталась. Давайте пока уберем. И еще раз все сначала, пожалуйста. Thank you.
была задана тема «Социальные сети и как они влияют на людей», как они на самом деле формируют общественное мнение. Но я думаю, что на самом деле происходит нечто большее, чем просто видимость того, что социальные сети как-то на нас влияют. Есть все-таки вещи глубже, чем то, что мы видим на поверхности. Да, на нас влияют соцсети, но мы можем объяснить это очень просто. А можем показать это с подтекстом, более глубоко. Это правда, потому что жизнь сложна. И, конечно, у этой проблемы есть гораздо более глубокие психологические уровни, которые на нас влияют, потому что в сути своей социальные сети и все, что с ними связано, повседневная жизнь людей превращается в некую идеализированную картинку того, как это должно быть. Это вымышленный, ненастоящий образ того, как это должно быть. И это, конечно, влияет особенно на молодежь в том плане, что все фальшивое в жизни выходит на первый план. Это заставляет людей лгать, закрываться. Люди боятся говорить и открывать свои настоящие мысли. Потому что, возможно, иногда они думают, что мир их не примет, так как их правда никому не нужна. Thank you.
Это определенно момент гордости для меня. Я хочу поблагодарить Габриэлу и хореографа Балажа за их поддержку и веру в меня в течение всего этого времени. За терпение, которое они проявляли по отношению ко мне, несмотря ни на что, и направляли меня. Поэтому я очень горд тем, что мы сделали, и благодарен партнерше и хореографу. Нам могут поставить хореографию, которая простая или сложна. Но когда человек принимает решение танцевать, то никакие трудности не могут его остановить. Даже после травмы моего партнера наш хореограф Балаш оставался требовательным к нам. Потому что, конечно же, он знал, что есть какая-то незавершенность в нашей постановке. И это не имеет отношения к технической части танца. Нужна воля и решимость. Ребята, я так не работаю. Так не пойдет. Вы должны знать хореографию, когда вы приходите на репетицию. Если ты не придешь, то не будешь выступать. Ты должен прийти. Давай, намажь свой глаз чем-нибудь и приходи. Я спал хорошо. Немного болит глаз. Я закапывал капли, которые дама в медпункте мне дала. Немного мази и хороший сон. И потом капли с утра. Это как с любой травмой. Нужно время, чтобы вылечиться. Это не может быть вот так по щелчку. Я покажу тебе. У тебя один глаз, поэтому смотри внимательно. Ты делаешь так. Рука здесь. Вот. И приходишь сюда. В эту сторону, да? Понятно? Вот так ты поворачиваешься. Понятно? Ты должен понять одну вещь. То, что я сейчас вижу, то же самое и публика увидит. Каждую маленькую ошибку. Поэтому, когда ты стоишь здесь... Нет. Ты делаешь так. Поехали. Он только что понял, что это совсем не то, чего он ожидал. Он, наверное, хотел, чтобы он сюда приехал, а тут ему будет ни-ни-ни-ня-ня-ня. Облегченная версия каникулы с прогулками по России. Но здесь у нас реальная работа. Пахать надо. Ты опоздал. Я не вижу. Но ты чувствуешь. Ты же чувствуешь движение. Ты можешь чувствовать? Зафиксируй это. Тот момент, когда она трогает твою шею, тебе нужно повернуться. Я могу станцевать весь этот дуэт с закрытыми глазами, потому что я буду ее чувствовать. Ключи — это мои ключевые точки. Прикосновение. Sarah Tera.
Я чувствую, что мои танцовщики очень хорошо подготовлены. У них есть подготовка и в контемпорари, и в балетной технике. Так что моя хореография поможет раскрыть их потенциал в движениях. Я могу творить с ними все, что захочу. Играть, создавать, использовать их гибкость, их силу. Я вижу, что они очень заинтересованы в работе, в обучении. Поначалу было очень неудобно работать через переводчика, и мы не очень хорошо друг друга понимали. Мне было сложно донести до них то, чего я хочу. Но я показала движение сама, где-то на пальцах объясняла. И они стали без переводчика меня понимать. У нас уже начинает появляться свой речевой код. Стоп! Все то же самое, но каноном. Пожалуйста, с этого маха каноном. Это ж сидеть так больно. Из этой точки все вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Я понимаю, точнее, не понимаю, а чувствую. Я очень чувствительный человек, что они говорят обо мне. Есть ряд признаков. Меняется громкость их голоса, тональность. Я знаю, что они говорят обо мне, и в этом нет ничего страшного. Это часть моей роли. По-хорошему, танцовщик должен исполнять задачу хореографа и может что-то предложить, когда его об этом попросят. Я создаю, я подгоняю, я редактирую, пробую. Вдобавок ко всему, это серьезная физическая работа. Я, конечно, рада работать с ребятами. И все мои силы уходят на творческую часть. И у меня не остается ресурса на то, чтобы контролировать их поведение.
Да, я очень доволен этим опытом. Это великолепный опыт. Это неизмеримо, потому что это нельзя измерить, но можно почувствовать. Я чувствую себя очень-очень наполненным этим опытом. Я чувствую, что иду с осознанием на историческую сцену Александринского театра с обновлением идей, которая заставляет меня чувствовать себя победителем. И если бы я должен был выбрать какую-то одну работу в моей творческой карьере, если бы из всех существующих на свете видов творчества я должен был бы выбрать что-то одно, то я выбрал бы жанр вертикального танца. Я чувствую себя как птица в небе. Я люблю птиц, потому что это первое, что я слышу по утрам, когда открываю глаза. И днем пение птиц всегда связано у меня с лучшими моментами в жизни. На самом деле, современный танец очень много говорит про момент модерно, здесь и сейчас. Танца модерна habla mucho de eso. То есть как раз-таки момент присутствия.